У нас сегодня с вами необычная встреча. Я очень рад, что вы нашли время и возможность прийти. Вот вы знаете, нам, каждому из нас, жизнь подставляет те или иные вызовы, да, задачки, которые мы думаем преодолеть как бы сложно, надо сил найти, мотивацию. Мне многие пишут там в личку, в Фейсбуке, в почту: «Михаил, я вот хочу, но не знаю, где найти силы. Или я сбился с пути, скажи, значит, вот может быть мне вот это попробовать?» Я читаю, я с ума схожу, думаю, что происходит с вами. И оказывается, есть люди, которые попадают в самые сложные жизненные ситуации. Самые сложные. И выходят из них на такой высоте, что ты потом смотришь и думаешь, какой же ты маленький по сравнению с этими людьми, великими, большими людьми. И вот ребята встретили Александра Васильевича Суворова. Жизнь так сложилась, что Александр Васильевич потерял зрение и слух. Представьте себе, что ты не слышишь, что говоришь. Ты не слышишь ничего. Да? Ты находишься в полной темноте. Идут годы. И ты понимаешь, что вся жизнь, которая была, она закрыта. Что-то должно произойти внутри такое, что ты вдруг встанешь на опору и скажешь: «Друзья, я пошел дальше». И вот мы говорим, люди ограниченных возможностей. Я скажу это неправильно. Люди безграничных возможностей вырастают в таких случаях. Безграничных. Почему я говорю, что человек из будущего? Потому что когда ребята встретились с Александром Васильевичем и вернулись обратно на курс, вы знаете, я знал этих людей достаточно вот последовательно, несколько недель, там была возможность познакомиться глубже и все прочее. И вы знаете, вот человек в точке А и в точке Б. Вот они уехали одни, а вернулись совсем другие. Вернулись люди, получившие в жизни новый ориентир, если хотите. Вот цена была поездки. Новый ориентир, тотально новый. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Сочиняй, удивляй, удивляйся, люби. Без сомнений встречай повороты судьбы. Смысл жизни ищи, и в сомнениях любых помни, что ты сильнее. Когда я встречался с Кадыбин, меня спросили, я хочу ли я устроить поэтический вечер, вечерный вечер моих стихов. Я не задумываясь сказал, что хочу. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. И он отобрал для вас, для сегодняшнего вечера, четыре стихотворения. Но то, что он называет стихотворением, может вызвать некоторое удивление. Потому что одно из стихотворений звучит в его исполнении 40 минут. Когда я об этом услышал, я посоветовал Саше разделить это стихотворение на две части, как минимум, и сделать между частями небольшой перерыв. Сочиняй, удивляй, удивляйся, люби. Без сомнений встречай повороты судьбы. Смысл жизни ищи, и в сомнениях любых помни, что ты сильнее, сильнее, сильнее. Люби, выбирай только сердцем своим и раскрашивай счастьем своим каждый миг. Без боязни напротив течения плыви. Пробуй новое светлое, помни, что стиль. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Творит чудо. Он творит каждый день. Через преодоление он творит. И я от лица всех нас, от лица нашей команды замечательной, хочу поблагодарить в первую очередь за этот жизненный путь Александра Васильевича. Великий жизненный путь, который привел его сегодня сюда, а нас к нему. И здесь есть надпись: «С благодарностью
и скромненько так от поколения 21 века. Было б нам, что за песня.